Ладно, слушайте, пацаны. Только поймите меня правильно. Могут стрелять по мне, а зацепят вас. Я вам говорил, что он в маразме? Фил, я говорю серьезно. Саша, это общее дело. И потом, мы с первого класса вместе. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. И во всем этом дерьме прикрываю вас я. Бригада. Да.